Вот, Спирит. Да, это, похоже, Бэтрайдер саппорт некий, да, у нас? Бэтрайдер четверочка. Ну окей, Бэтрайдер четверка, это интересно, по крайней мере. Поглядим, что будет происходить. А вот и Вашарград Владимир уже на Энигме выдвигается. Мэри Вайпл, Антимост, тут кого только нет. Чира Жуниора всякие. Почему 24% на Алейкум? Ну так это на лоу коэффициенты люди ставят в надежде, что... А вдруг? Сейчас Спирит славится тем, что любит залить первую карту. Всю жизнь такая история у них, поэтому, в принципе, кто его знает. Проходимся. Чира Жуниор, 32 игрок в мире. Палантимос без ранга. Шаргарат в скобочках. Владимир, 91 ранг. Мэри Вайс, 115. Бегжан, 477. Етора, 11. Так что был 10. Отняли ранг. Просто Мипошка, 187. Мирослав, 42. Ларл, 205 ранг. И Коллапс без ранга. Наблюдайте просто. А вот сейчас могут убить Етора. И это мог быть ФБ, но ФБ уже был. Впрочем, ФБ-то был снизу, а там сейчас еще и Коллапс, похоже, умирает. Коллапс до конца пытается просто с Мэри Вай разменяться, он разменивается, но он умрет. Умрет же? Ну да, да, как он убежит здесь? От Владтикера не убегают такие. У него стик есть. Кабана бы вот этого. Кабаном, правильно, тоже нафидим, так, для... для пущего развлечения, так скажем. Даже не попытался увести кабана бедного. Считай, что две из трех линий они проигрывают прямо сейчас. Спириты. Одна ровненько идет. Давайте на творцу уже. О-хо-хо-хо! Нихера себе, то есть они не просто проигрывают. Там пиздец. Там пи... Ну, правда, вот сейчас умирает зачем-то здесь мистер Текис. Это он зря. Слабо импактят. Бегжан! А вот так вот! А здесь уже Чира Джуниор на хосте. И... Бам. Раздавил просто Лича. Нормальная перетяжка от Пангольера, он на хосте быстро это сделал, поэтому... Правда, здесь... Ага! Здесь рябка! И вообще, прибежал сюда кровосос и Мипошку. Он поджарил. Пятером оказываются здесь. У Алейкум Нихао. От сыка. Ну, сломай рун-то. О, бездарь. Мяу. Мы телепорт отсюда делаем, да, у Мирослава... Лосось в КД. А Шаргарат сломал вышку на топе тем временем. В миде немножко побили, на топе сломали, но Чиру и Джуниор нападают. Не должен умирать, у него же есть вроде разные штуки. О! Скам какой-то произошел. Там Бигжан, дорогие друзья, от него не уходят. Такие от Бигжана не уходят. И это 8-2, ребятки, уже здесь. И все выглядит все достаточно... Печально для Спирит пока что-то. Так, это иллюзия всего лишь. Фейк Бэтрайдер. О, нуль и брасер. Когда нуль и брасер видишь, понимаешь, что что-то тут не то в этой игре уже. Бигжан. Крадется. Бигжан бы где-то тоже взяли постоять, бы левел пососать себе, да? Ну, шестой нужен. Ну, треки нужны, но вы ебете карту, вам сейчас треки нужны, вы просто засноуболите в дерьмину. Просто шестой апни. Все, все, что требуется от тебя. Ой, Ларл, жестко! Бигжан ждет его, Бигжан ждет! Бам. Рябку дает, давай. Рябку дает. Бигжан идет ебать! Бигжан идет ебать! На, блять! Нормально, Бигжан делает! Опа! И Бигжан выжил! О, это Бигжан! Подогревай интерес к просмотрам топовых спортивных и киберспортивных событий на сайте 1xbet. Регистрация в один клик, удобное мобильное приложение и широкая линия. Ну а мой промокод позволит получить до $520 при первом депозите. Ссылка и промокод в закрепе. Но для тех, кто гарантированно хочет забрать пару тысяч рублей, я оставил ссылку на схему с инструкцией в описании. Букмекеры батят нас акциями, но мы их обузим. Сейчас будет ёбка. Привет, Мирослава. Эх, вот бы трек дать. Ой, и вот он ультимейт от Мипошки! Ва-бау, блять. Все пытаются убить Чиру, но он что-то не умирает, нихуя. А вот и он, Шаргарат! В скобочках вла... Бля, и Торов просто зашел в блэкхол с рябкой, блядь, с Алинсом. Ладно, все, я не знаю. Почему я наблюдаю алкоголь на экране? Как будто бы выливается
Как будто бы Спирит просто проливает алкоголь. Почему он просто зашел на темпларке в Black Hole и с Бладрайтом? В чем смысл этого действия? Он просто шел и зашел в Black Hole. Он его как-то... Он как-то сбить пытался на темпларке или что? Бигжан, ребят, а вот сейчас Бигжан делает Dirty Shit. Он, во-первых, капнул шестой, во-вторых, он ворует руну XP. Сейчас может дать ТП и взять еще свою руну XP. На его месте я бы так и сделал. Он так и делает, Бигжан. Оно, ребят, все. Две рунки подсосал Бигжаныч. И уже седьмой с половиной уровень после этого. Все, тут теперь и треки, и все, все при нем. Че говорит Dota Plus 74? Вообще Dota Plus всю игру подтапливает за Олейком Нихао. Считает, что поярче у них драфтик. Хорош у них драфт, мне тоже нравится. В конце концов, у них нет четверки Бетрайдера, от которого пока импакт. Ну, не просто вопросительный, а он как будто бы вообще непонятный какой-то, да, вот тут здесь. Есть четверка Бетрайдер, а какой смысл? А в чем смысл, так сказать? Ну, конечно, БКБ контроль, и не только БКБ, просто контроль, там, дэмэдж, все такое. Панга, 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 льер, катится за коллапсом. Бам! Получает рор в ебучку пока что. Панга, панга, пангальер! Все еще катятся. Блять! А, зафазалил его. Ать, 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 ать! Видели? Играется, играется, играется. А вот и Шаргарат, а вот и Стан, а вот и коллапс будет все-таки погибать. Загнали его! Так, Мирослав, хорошая ли эта идея была здесь вообще оставаться? Рябку сейчас получит. Ну и, в принципе, просто вытекает он. Что это за попытки ТП даже нажать? Не, я понимаю, что при смерти дадут новые, но это же даже как-то смешно. Ты вытек уже там до 20% хп, тебя видят под пассивкой Бладсикера в любом случае. Нахер просто пытаться даже ТП нажать. Сейчас появишься, у тебя ТП на КД, да? Ну, мало ли куда-то прилететь может. Да, это вся чертова жизнь проходит, пока ты Рошана убиваешь. Ну, некоторыми героями побыстрее, конечно, происходит это. Но за это время там все успели отпу... О, Яторо. Бигжан на месте! Яторо, мы... Бел. Пройдемте. Рябка на Яторо. Пытается жизнь, ультимейт лича. Платимос просто подрубает БКБ. Пошел гибать. Погоня за Мипошкой. Нападает на него. Мипошка умирает. Чир его убил. Платимос. Рор получил. Блэк Холл! Шикарный Блэк Холл по двоим. Сбить некому. Пайп нажимается. Не пайп. Пишите ГГ, бездаря. Просто напишите ГГ. Рядом с Рошаном. Это же какая-то хрень. Ловит Бигжан. Бигжан! Жить! Бигжан! Бигжан убирает, но трек успел накинуть. Бигжан свою работу сделал. Ну, здесь просто люди идут и умирают. Я даже уж не знаю. То есть, Бестмастер фармит лес. Темпларка с Беттиком на топе хуярится. Лич просто гуляет. Пангольер уже от такой жаркой игры аж разделся, блядь. Вон он, смотри, уже голый ходит. А, забил лича просто ногами, руками. О, коллапс! Это коллапс. А что если Black Hole дать его? Да не нужен Black Hole. Коллапс наорал что-то зачем-то. Но Кримсон работает, грифсы работают. Единственная проблема, что они, конечно, забирают фраг, но все пропущено в дерьмо, поэтому ничего не сломать. О, Бигжан уже видит Ятора, а все. А Ятор похуй, да? Он даже не понял, что на нем трек. Или ему вообще поймать? Он даже не попытался как-то развернуться, в другую сторону пойти, знаете? Он, видимо, понял, что у него трек, и единственное, что он может сделать, это убить пальцем вот этот стак. Или он умрет. Но пока Бигжан высаливает карту, короче. Кабасика застанет, из него и Далоны плодятся. Проблема у Ятора некоторого рода. Не может он ничего толком сделать. Ой-ой-ой, как-то... Все всрато пока что от Олейкум. Все не в попад, максимально. Никак тут лич! Подкрадывается с бэклайна! И можно дать бэкхол, но его собьют сразу же! Да и нельзя дать бэкхол, потому что ебал трещит, бэкхол дается! Все-таки лич еще жив! Умирает все-таки и темпларка, и лич, и ларл, и мира, и коллапс улетит с ТП. Это учитывая, что ну супер всрату Олейком начали драку. Просто нереально всрато. Все не в попад, что-то, блин, в темпларку кучу все дали, она просто стоит, ее никто не бьет. Лич вышел в бэклайн, дал там ультимейт, если что, лич дал топ-дэмэдж в драке.
И при этом, при всем, все равно Spirit эту драку проигрывают в салат, что говорит нам о двух вещах. Вещь первая. Пик у Алейкум Нихао хороший. Вещь вторая. Билды у них хорошие, потому что у них есть ауры вот эти все, и они помогают. У Spirit поменьше ауры, у них нет Кримсона как минимум, но у них есть Пайп. И Грифсов тоже нет. Поехали, не поехали. Поехали, не поехали. Ай-яй-яй-яй-яй. Долбит нормально. Шоргород съедает сырочек, ему плохо. Ёбка нереальная, профессиональная. Ларлку отсъёбывает, подрабки он. Чира. Ай-яй-яй, Чира макропира. Всё же драка непонятная какая-то. Блэкхолл дали. Никого не убили. А почему никого не убили? Где был Бигжан, блядь? Почему никого не убили? А, да, скиллы во многом потрачены. Так, Чира, опасно. Ларл падает. Ебал, теряет. А, это надо как-то... Помогите. А он умирает. То есть, кстати, байбека нет. Палантимос убивает Лича. Палантимос убивает Ларла. И Палантимос убивает Шард Лича. Етора. У него БКБ на кулдауне, поэтому кровь надо быть. Здесь мы ревайдил телепорт. Видите, не зря все-таки отдают респекту Алейкум своим оппонентам. Спирит, как обычно, цепляются. Ну ладно, времени есть, если, конечно, сюда Спирит случайно не придут и не начнется какая-то лютая заваруха на этом Рошане. Спирит, кажется, не успевают, хотя... Хотя... Не, не успевают. Близко. Бигжан! Чекает все! Бигжан! Лотус жмет на себя нормально. О, коллапс там себя в Бигжана застанился! И еще Бигжана подвинули к коллапсу, чтобы он его ебал. Ну, ёлы-палы, оглушение на Яторо. Ятора больно, у коллапса проблемы, рябка в Ятор, кажется, он пытается убегать под рапчером. И Палантимос бьет его люто и забивает. В итоге минус 2 кора без байбеков. Пытается Мипошка дать ТП или что, его, конечно же, убивают тоже здесь. Ничего не поделать. А в этот момент Ларл спиздил сыр, дорогие друзья. Но правда, прыгать прямо в хекс Шаргарата в скобочках Владимира, который заряжает Black Hole здесь. Хотя явно можно было обойтись и без него, но... Видимо, подумал, что 5 на 5 драки все равно хер дашь. А дамка здесь. У Алейку могут никуда не уходить. Могут чуть-чуть отойти, подождать просто, пока мне крипы придут. Мирослав, он поймал терзателя. Я правильно сейчас понял? Он в лосок терзателя схватил, нахуй. Иди сюда, бля. Это как батя, который разговаривает с телеком. Он его так поймал, иди сюда. Ну это как раз, в принципе, если его придет стороной подвинуть, он как телек. Ну что происходит? Ятор, Палантимос, напрыгивает, Шаргарат, ультимейт, есть, Бетрайдер мертвый, пока что, Ларл. Ничего с Ларлом не происходит, пока что Атос просто на него кинули. Ну, надо подождать, пока мегасы дойдут. Мегасы еще только идут по линии. Вот когда они дойдут, вот, по миду уже дошли. Вместе с мегасами заходить гораздо приятнее. Их хер убьешь, у них куча хп. Они танкуют, они дамажат, они вижу дают. Поймали Палантимоса. Но Black Hole от Шаргарата в скобочках Владимира. Однако ему сбивают этот Black Hole. Палантимос умирает. Шаргарат в скобочках Владимира может тоже погибнуть. Пока что драка против Ларла. Ларл прыгает, остался степами. Шаргарат в скобочках Владимира все еще жив. А вот Ларл нет, но правда убили также и Чир Джуниора на подгольере. У него есть байбек, можно байбек нажать. Прыгает Мирослав, пытался добить Энигму, но не получается. Да. Вот так вот, ребят. Это Олейкум Нихао, это вам не гидра какая-то. Здесь жизнь бьет ключом у этих мужиков. Бигжан даблкил, Бигжан там вообще разъебку делает просто лютейшую на карте. Не, Бигжан вытряхал, вытряхал. Он в начале шестой, правда, немножко долго получить не мог. Мне кажется, это он зря все-таки. Но потом, ребят, началось такое, что я думаю, Баунти Хантер в бане просто будет против Бигжана. Они понимают, что они просто не вывезут Бигжаныча. Слишком хорош. Это, друзья, 1-0 для Олейкум Нихао. И если закрыть название команд, да, как-то вот, то можно подумать, что это играли какие-нибудь 9 панд против, не знаю, Гидра или что-нибудь такое. Но это играли Олейкум Нихао против Спирит.
Возможно, кто-то может подумать, что перепутаны команды просто, но нет, не перепутаны команды. В этом-то как-то и в этом-то, в общем-то, и прикол. Команды не перепутаны. Это явно не полублинкер. Это, дорогие друзья, Шаргарад Владимир. Шаргарад, в скобочках Владимир, извините. На визаже. Да, это пятерка, веник. Гиторо закрутился, чтобы дэмэджа не получить от ассампшена. Ну, Крутилова теперь на КД. Теперь может произойти казус определенный. Вот Томба вылезает просто и поехали. Шаргарад в скобочках. Владимир. Томбу сломали, но и Пошку сейчас сломают. Потому что Гиторо без крутилки спасти Мипошку никак не может. Мипошка просто погибает. Ну вот вам классический виномансер на коридоре, кстати. Выбивает ресурсы, в скобочках сосет член. Так это обычно работает. Ну, ладно. А, то есть вообще похуй на игру. Понимаю. Шаргарад Владимир, конечно, просел по этому поводу немного. Ну да ладно. Бигжан. Бигжан. Сейчас умрет. Бигжан, ты меня называла. Шаргарад в скобочках Владимир. Сейчас тоже умрет. Позор! Ну реально позор какой-то, я не знаю. Просто как-то настолько нелепо отдать два фрага, сделал ФБ на линии. Мипошка. Лотос взял! Ценой жизни, блядь! Да его доест сейчас Бигжан. Бигжан! Не доел. Ярик, Томба. Хватит уже скрывать правду. Сливай новый состав Spirit на International. Ростик, Ларл, Дред, НС, Симпл. Гунины на менеджере, Гунин на тренере. Да нет, на самом деле Гунин на игрок, Симпл на менеджере, я водонос, Дред тренер по фитнесу, Смайл тренер по армрестлингу, Артстайл второй капитан, в смысле второй тренер. Пока из игроков только Гунин и Симпл, соответственно, у нас в составе. А, и Ларл, собственно, три игрока есть. Еще двух ищем пока. Сейчас Шаргараду Владимиру пизды дадут. Нет, Бигжану хотят пизды дать. Бигжан! Отбивается! Сунструки! Оу! Это хедшот! И Мипошка может погибнуть, ведь Шаргарад в скобочках Владимир уже его не отпускает. И Мирослав может погибнуть! Вот этот прикол! Бигжан против Мирослава. Кто кого? Не. Бигжан вновь доказал свою сексуальность. 3-2-2. Наоборот, счет у него, ребят. Антимас 6-й левел прокачки у него, собственно, тот самый. Ой, ой! И все. И погиб он. В момент Мипошку на центре пытаются поджарить. Сунструки наступает прямо в него. И Бигжан забирает фраг. Очередной фраг для легенды доты Бигжана. А вот и уже Чиро Джуниор пытается дать отсюда телепорт, но... Ларл, блядь! Опять опозорился. Как будто бы на визаже можно было бы билд-то стандартный не менять. Ну, стандартный билд, я имею в виду, там всякие Владмиры, там Керасы, Ауры и прочее говно. Так, Гиторо пытаются прогреть, но Бигжан нажимает ультимейт. Не! Бигжан! Идет ебать тебя, это Бигжан. А тут уже Палантимос и Гиторо погибает. Да. Там, правда, где-то в этот момент, пока я на все это смотрел, погибал мистер Инвокер. И тут еще убили Бигжана. В принципе, убили Шаргарада в скобочках Владимира. Но Палантимос убежал. Джаггера не забрали, так что все не так. Вот Санстрайк! Оу! Отлично сыграно. Правда, птицу потеряли, но есть новые птицы. Ребят, они сейчас убьют Бигжана, но они поплатятся за это. Ага, не только Бигжана, они еще пытаются Шаргарада в скобочках Владимира убить. И по итогу теряют Квапу. Но коллапс все еще бежит. Джиггернаут заультил. Куда? И хуй пойми куда. Птиц, не птиц. Бигжана убил. Убивает также визажа, убивает также и течку. Ну ладно. Неплохая драка-то по итогам. Не хватило здесь явно Бладсикера какого-то, который мог бы в один момент ускориться, начать кого-то бить, а потом еще ускориться. Убегает. А Шаргарад Владимир его станет. В скобочках. И пытаются коллапса теперь прогреть здесь. Со страйк. Нет, точно. И коллапс пока что убегает.
Визаж нажимает пайп. Опять эта история, что ни хер кого убьет. Джиггернаут не хочет пока ультить, потому что много крипов рядом, птицы и какое-то говно. У Ларла проблем, на него падает Тефтель. Ларла сбрила. Мирослав залазит, ребят, куда? Здесь же ультимейт от Джаггера. Оу-оу-оу-оу-оу! Ебать в телевизор. Dance, dance, dance. I wanna be a friend. И... Джиггернаут дал 1004 дэмэджа, мне кажется, в этой драке. Но они все стакнулись под ульт Джаггера с Battle Fury. То есть Battle Fury здесь просто космический дэмэдж внесло в этой драке. Чувствую. Ой, Undying сбили по дороге. Он успевает томбу высрать. Давай томбу высрать, да, томба стоит. Джаггер пытается томбу сломать. В крутилке. Там Чира сидел все это время. Он успевает прокинуть какие-то косты. Еще газ. Но ультимейт от Джиггернаута делает дети щит. Правда, Шиград Сумчик Владимир убивает героя. Мирослав борется с Бигжаном. Это битва легендарная. Ну, конечно, крыса позвал друга, блядь. Один на один Бигжана возьми, да, попробуй, а потом вот это все. Че это с Батсикером случилось, что он нихуя не нажал, смотри. Все вроде есть, и ничего не нажал он почему-то. Бьют Рошана. Санстрайк. На чек. Прочекали, отчекала. Бигжан. Том вот он проебал уже. А без Тома как драться? Птичка ломает вар. Джаггера. Птичка летает, птичка погибает. Все птицы сдохли, новых нет. Опа, кого-то сбили, это Чира Джуниор. Чира Джуниор. Ларл замазывает всех Соник Вэйвом. Шаргарат Скупчик Владимир пытается дать телепорт. Все. Поплыли, поплыли у Олейка Михайлова, не понимают, как играть им. И они проигрывают эту игру прямо здесь и прямо сейчас, дорогие друзья. Да, только мистер Палантимас смог скрыться из этой драки. Ёлы-палы. Одинокий крипмечник сломает туалет, он пытается ворваться в него. Его не пускают туда. Ультимейт от петушка с аганимом. Чего? Етор дал маленький ультимейт, потихоньку теряет Аегис. Кстати, 3, 2, 1, Аегис выпадает, но... Погоди, торнадо! Етора пытается взять, садится ему на лицо! Но он успевает что-то там нажать, в итоге он просто выживает, всех убивает с ультимейта. Один ультимейт, второй ультимейт, и ГГ написал Бекжан. Сдается. Попытка неплохая была в конце, только Михау как-то... Убить этого Джаггера под выпадение Аегиса, но просто не хватает даже шмоток, элементарно. Ага! А вот и драфт. Вижу Медузу. Вижу Медузу саппорта. Бигжан, Медуза пятерка. Взяли Медузу, типа как будто бы керри она, а потом такие, ага, и мы вас наебали, она не керри. Ну, наебали ли? Вот вопрос. И много ли толку от этой медузы пятерки по итогу сейчас будет? Медузу как пятерку вроде порезали довольно сильно. Как Кэрри она вроде осталась примерно как была, как пятерка стала гораздо слабее, потому что она вначале слабее. А пятерка, соответственно, саппорта пятерки просто гораздо меньше, медленнее уровни получает, там шмотки. И есть вероятность, что медузу пятерку будет Акс сейчас рубить. Надо, придется купить какой-то брасер или что, иначе все плохо будет. Бля, Бигжан! Просто 10 секунд импакта от Бигжана, смотрите. Просто пошел, вард сломал, руну взял, курицу убил. Все, Бигжан, лучший игрок. А в этот момент Бичара фидит еще. Ладно, там если Палантимос как-то разменяет коллапса, или кого-то... Эй, кого не разменяет? Никого не разменяет, к сожалению, Палантимос, потому что у него рейджа нет. Был бы рейдж, был бы успех. Медуза здесь! Гранату кидает! Расслаб, пытается скрипа пытаться... Оу, и отдается. Вот эта игра, проснулись спириты. Проснулись, как на интернешнале заиграли. Готовы выигрывать команду Олейку Михао, 2-1. Хоста, ой, хоста, инвиз. Лар, мало нет. Ебать будут же. Ой, Койла ставят. Но смогут ли убить? Это Лар, это мог быть ФБ, но ФБ уже был, течка. Прям на Чира Джуниора падает. Но Чира Джуниор, это нормально, что два саппорта третьего уровня хера ли они ему сделают? Ничего они ему и не сделают. Сейчас тут будут выпендриваться и пизды могут получить сами. Медуз что-то танкует, стоит, там рейнджерка сбивают. Угу, Мипошка. Мипошка. В лазу залез, но, в принципе, как залез, так и вылез нормально ему. Регенерацию находит Чира, не лучшая руна. Какая-нибудь хоста бы, наверное, не понимаю. Бигжан! Не надо! Дядя, не надо! Надо! Это Ларла, ребят, сделал фраг, да, вот так вот.
Кто пиздел? Шаргород в скобочках Владимир на топе ломает вышку и... Оп! Доломал. Может быть, кроме вот этого захода, но... Бывает. Ловят здесь Кала, Ларла и Миро. Сайленс по Ларлу. Ларл погибает. Опять Ларл, блядь. Виноват. Вчера Джуниор гонится за Мирославом, однако уже дальше погоня нерелевантна. Коллапс видит Мирослава, Мэривая. О, Чира! Какая эрекция у него хорошая, да? А внутри Дайк сидел! Это подарок! Но кто из них подарок, непонятно! Ультимейт Мудезы и замерзает Яторо! Мудеза, Мудеза, ну, беги. Он что-то не разобрался, что он забыл, что у него 200 хп у героя, если... Жесткий спейсер, Бигжан, коллапс! Воу, ебут! Ой, как ебут! Бигжан, помоги! Бигжан, помоги! Блять! Бигжан, прячься! Бигжан! Что придумает Бигжан? Как же он выйдет из этой ситуации? Ну, вот так он вышел из этой ситуации, в принципе, в помоечку отправился. Воу! Что происходит? Сайленс какой-то дали паку, и он обосрался, под небос убегает! Шаргород, в скобочках, Владимир! А что если Шаргород, в скобочках, Владимир, даст Black Hole? Нет, он уже не даст Black Hole. А чё за Сайленс вообще? Это Ларл купил Арчит! Эй, ребят, Ларл выиграл игру сейчас. Ларл купил Арчит, он дал Сайленс паку, и они выиграли драку эту. Иначе пак дал бы им Сайленс, дал бы Койл, они там все бы умерли. Ларл соло просто. Со своим Арчитом. Боже, вот кто-то и оно, понимаете? Кто-то и оно, ребят, это Ларл. 9. Изи математика, Лалиф. Поехали! А вот и Бигжан, дорогие друзья! И вы знаете, что будет? Планетимот сейчас на развороте их будет ебать. Чё он их не ебёт? Он убегает, блядь! Чё он их убегает, а не ебёт их? Блядь, он должен был ебать их, а он убегал всю драку. Сука, бездарь. Очковый. Змей. Блядь, Шаргород, Владимир, сука, где ты? Пак сдох! Как сдох? Разрубили? А, ребят, сейчас будет действие от Шаргорода в скобочках Владимира. Так, тихо-тихо. Заманивай, заманивай. Заманивайте бомжей! Шаргород! Владимир. И вот сейчас. Black Hole Silence от Ларла! И вот сейчас будет Black Hole! Блядь! Яторо свапается хп, Палантимос один против всех! Дерется, старается, страдает и умирает он здесь от Мирослава. Елы-палы! Ёперный театр так близко, но так далеко. Ларл со своим Арчидом просто разъебал эту игру, ребят. Все изначально буду ругаться на Палантимоса, посмотрите, на Палантимоса напали, его засейвил Бигжан жестко, и Палантимос в принципе жив, цел, у него все в порядке, у него 1000 хп, и он может просто бить. Но вместо того, чтобы бить, он куда-то съебал, пол рейджа просто пробегал, 0 тычек, развернулся, да, и только после этого начал бить. Начал бить коллапса, и после всех приколов и истории у коллапса осталось 200 хп. Ну, то есть просто он мог его убить, да? Если бы бил не на очке, а не убегал бы всю драку. И дальше коллапса бы уже не было. И коллапс бы не разрубил здесь пака, ну и не разъебал бы всех остальных. Потому что коллапс-то не умер, и он продолжил всех там трахать. То тут, то там. Он тут и бегал, и трахал. То там. Ладно, он вообще авк стоит. Ну, он сейчас прыгнет, по идее. А, он просто кольнул в землю, забежал бы колп. Похуй. Пака бы не убил зато. Вот. Проще драться было бы. Найк сидит в паке. Это врыв. Аккуратный. Это врыв от коллапса. Аккуратный, неаккуратный. Шаргород погибает, байбек. Скобыч как Владимир. Платибос влазит. И начинает кусь делать. Кусь, кусь, кусь. Закусил одним. Ёбка дикая от Бигжана, что? Кайтинг пошел какой-то нереальный, Ларла душит. Шаргород, в скобочках, Владимир уже рядом. Рошан, Рошан, Рошан. Погибает Рошан. Палантимоса спасти. Шаргород, в скобочках, Владимир спасает его. Палантимос пытается бежать, нажимает. Рейдж кусает Ларла. Подкусил его. Коллапс разрубил Медузу. Где-то пак уже на подходе должен быть. У Яторо скоро закончится ультимейт. Шаргород, в скобочках, Владимир может дать Black Hole.
На Холме Пошка кидает своих светлячков. Нападение на пола Димаса. Но он жив. Рябка, разрубка в минус. Умирают все. Мипошка, нет у него полетать. Поэтому отправляется в помоечку. Владимир Стрейк уже забирает ее. Торрент Год пытается здесь как-то бороться, но тоже погибнет. Олейком Нихао. После байбеков делают ультракил на Найксе. Мега убийство. Ёлы-палы. Ёперный театр. Кто пиздел? Вот дальше строго выгоним. Все. Барабан купил, Солар купил, строго выгоним. Да какой бы зубирин, блядь! Риск играл рискованный и погиб. Ларл катится. Башня сил света атакована. Центральная башня сил света уничтожена. На, пока-то он зря погиб. Но дерево лечит вышку и защищает ее броней дополнительной, поэтому в приколлапс прыгает кого? В Бигжана! Глупец! Кого ты прыгаешь вообще? Бигжан сейчас сам тебя трахнет. Нет, так объективный вопрос, в кого он нахер прыгал, непонятно. Нитора использует Сандера Клигана и долбит дальше вышку, но сейчас форма закончится. Там еще глиф есть. А вот это уже лучше! Шаргарата в скобочках Владимира запрыг. Но правда Медуза очень сильно на контр-инициативе работает. Бигжан здесь же. Коллапс начинает проедать. Плантимос на очке. Может быть коллапса все-таки добить. Добивает коллапса просто ультимейт. Куда коллапс все влетает-то, ебаный рот? Не могу понять. То есть как бы... Вроде и понятно, а вроде непонятно. Ведь действительно у тебя команда не сможет с тобой проследовать далеко из-за ультимейта Медузы. Жмется Стонгейс и никто не может зайти. Потому что Стонгейс всех заморозит. То есть нет смысла. То есть ты как бы, если ты так прыгаешь, ты должен прыгнуть, чтобы тебя форснули обратно. В скором порядке, потому что иначе тебя там могут и трахнуть. А форс-то команда не придумала, спирит у них ноль форсов. Что, кстати, странно, если что. Шикарат Скорский Владимир! Что? Коллапс на месте, кол, дал, что-то запрыгнули куда-то, бежал, прыгает вперед, ничего не понимает. Думает, может быть, дать, пока ничего не дает, нормалицо. Бигжан нужен ульт! Это ульт от Бигжана! Где Шаргарат? Где Владимир? Шаргарат Владимир! Дает блэкхол! И это блэкхол, дорогие друзья, по четверым. Это Шаргарат, это Владимир. Но только проблема с тем, что ТБ-то как убивать, блять. МКБ-то не завезли, все еще. ТБ хуй пойми, как убивать. Да иллюзии дают въебало, боже, они драться не могут против них в байбеке и за Феникс. Обходит, обходит. В спину, крадется. Крадется, находит Бигжана. Бигжан торгует, Бигжан форсайп уходит. Забайтил, красиво, Бигжан! И тут же Мипошку убивают! Бигжан! Мипошку не убивают! Где дэмэдж? Мирослава убивают! Мипошку тоже сейчас догрызут! Мипошку догрызают! Бэкоподобие от мультибосса! Байбекается, точнее, не байбекается, появляется коллапс! Но 3 в 5! Бигжан делает игру для своей команды! Бигжан делает разницу, дорогие друзья! Он зашел, он забайтил всех на себя в этот момент! Пак с Найксом обходили! Классно сыграно и... фармит алебарду себе. Да я, сука, не могу понять. Я понимаю, все алебарда, барабан. Все пиздато, да. И я не спорю, первым артом мы гоним фармить бред какой-то. Но уж третьим-то артом. Это иллюзия коллапса, я думал, это иллюзия Паландимаса. Паландимас фармит себе аноним. Бигжан погибает, это блэкхол! Это блэкхол, но где дэмэдж? Где дэмэдж? Паладима сломал яйцо. Еще один блэкхол, Шаргарат! Скобочка Владимира с рефрешем, дает два блэкхола. Какая же ёбка от Шаргарата? Это Шаргарат Владимир! Что творит Владимир? Володька! Ну, как ПГГ в лучшие годы. Он тоже Владимир просто, и тоже на Ниге. Посмотрите на это. Вот он, блэкхол. От Шаргарата, в скобочках Владимира никто не может сбить. Там пока что ломается яйцо, они думают, ну ничего, мы даже близко не умираем, это все же один блэкхол. Но тут Шаргарат появляется, забирает рефрешер. Он что-то очень долго думал, пиздец, чуть не сдох уже, пока думал. Ёбаный рот, как было близко. Одна тычка буквально, мэн. Но он успевает назвать еще один блэкхол. И он вытрахивает просто спирит, вытирает Шаргарат. Сколько он дэмэджа нанес этими двумя блэкхолами с подстилками? Я боюсь представить. Хочется итоги боя посмотреть, чтобы выяснить этот момент. В итоге боя. Верхняя башня сил света атакована. Блять, 15-500 тысяч за драку за одну. Охереть просто, что это?
в некотором смысле достижение какое-то даже. Потому что, ну как можно на Пангальери, у которого со швакл-бакла баш прокает, можно сказать, что со 100% шанс, как можно не купить его? Собственно? Бигжан! Бигжан! Сир съедает! Ой, Блэкхол! В этот раз не такой хороший! Ставится яйцо, пытаются пробить Ятора, Ятора, еще не Блэкхол! Блэкхол пытаются засосать звезду! Это что-то из астрофизики, блять! Ой, коллапс! Коллапс нажимается здесь Блэйдвейл. Закрутка, раскрутка. Байбекается Ятора. Байбек от Ятора. 1000 ведут. А далее у нас у Алейкум. Но как будто бы Спирит немного камбэкают эту ситуацию. Потому что сейчас, скорее всего, заберут Рошана. Хотя непонятно, Тира Джуниор подходит. Опасно, нет Блэкхолов. Но нет и яйца. Также падает сюда Мирослав. Это не лучшая идея, наверное, ведь внутри... Подожди, коллапс, куда ж ты запрыгнул-то, блядь? Коллапс, хп очень мало. Пытается платимос его дожечь, просто ранником дожимает. Что? Два байбека пошло. Бигжан без байбека пытается платимос убить. Платимос. Палантимос погибает тоже. Будет, наверное, нажимать байбек. Нажимает байбек. Это битва, это сражение. Это настоящая битва самцов. Кто окажется альфой, а кто нет? Купишь ты, сука, Агоним. Ой, он жив. На паке играть от Двенвекера. Прячется пока что Ларн. Кто-то просто с буксировки какой-то разгоняется. Почти как форсажи. И вот сейчас ставится Койл. Это Койл уже 25 уровня. Прыгает Шаргарет, но нет Бакола. А, Бак умирает. Тут же байбек. Все байбекаются. Включая байбеки. У кого остался-то байбек вообще? Байбек остался у Ларла. У Энигмы. Феникса и у Медузы. Больше байбеков-то ни у кого и нет. Остальные уже байбекались, либо КД байбека, либо чё. Бигжан, 12 секунд, Рошана выстрелили. Пока что драка, ребята, коллапс. Влетает в Мариваю, пытается разубить, разубает. Байбек у него тоже есть, коллапс БКБ потратил на этот мув. Это на самом деле может быть даже некоторые проблемы. Знаете еще в чем проблема? Вот в чем проблема, что на миде пушатся пачки постоянно. И из-за того, что они тогда мид проебали, не особо рабочие. Бигжана поймали. О, Бигжан. Бигжан. Дает ультимейт. Форста. Бигжан. Все еще жив. Ширгород с кнопочкой к Владимиру. Дает хороший блэкхол. Но правда там стоит яйцо. Яйцо. Нельзя давать еще один блэкхол, потому что яйцо. Ширгород это понимает. Пока что отходит. Убили теки. Ширгород наебут. Ширгород. Владимир блэкхол не может дать. Яйцо зарешало. Ой, яйцо. Яйценочка. И у Платимоса проблемы. И Платимос умирает без байбека. И кажется, все-таки переломили. Переломили Спирит эту игру. Знаменитый Спирит from behind. Прямо здесь сейчас на ваших экранах. Мэри Бая закручивают. Раскручивают. И коллапс его разрезает. И это ГГ. Это ГГ. Они смогут задефать, конечно, не как Трон здесь. Без трех героев. Байбеков нет. Байбеков нет долго. Вот у Найкса, например, 3 минуты. Ну, там у всех примерно столько, потому что это на драке на Рошане, там они байбекались. А яйцо Феникса выиграло игру сейчас, потому что не смог Шаргарад дать второй Блэкхол, потому что понимал прекрасно, что яйцо Блэкхол! Ай, ну Хекс дают ему Мипошка. И очередной раз законтрил Шаргарада в скобочках Владимира. И все-таки проигрывают эту зубодробительную драку и игру.